Заказал кроссовки, а получил камни. Водитель почтового отделения украл обувь у челябинца. Об инциденте сообщили в полиции. По данным правоохранителей, 31-летний мужчина, работая водителем на почте, забрал кроссовки из посылки, а в коробку положил камни. Ущерб составил больше 5000 рублей. Подозреваемого задержали, на него возбудили дело по статье кража. От работы отстранили.